Серебряный дождь. Искренне на капле. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет всем тем, кто настроил свои радиоприемники. Сегодня в нашей студии находится главный редактор аналитических программ телеканала «Саратов-24», а также автор проекта «ТВ-галерея» Наталья Шевченко. Телеведущие, журналисты телеканала «Саратов-24» становятся не теми, кем они обычно являются, там, людьми, которые бегают и снимают репортажи или выходят в прямые эфиры с новостными сводками. Это те люди, которые перевоплотились в образы со знаменитых картин. Есть еще немного настоящих буйных. Те, кто еще не просто отрабатывает номер, а ставит перед собой какие-то сверхцели. Многоплановые, красивые и полезные для других. Спасибо вам, ребята, из телевизора. Спасибо тем, кто их поддерживает на страничке краудфандинга «Планеты». В эфире информационная программа «Эхо», у микрофона Анастасия Кузнецова. Саратовские телеведущие предстанут в образах со знаменитых картин в рамках благотворительного проекта «ТВ-галерея». Итог проекта – аукцион, на котором будут проданы картины, а вырученные средства с их продажи переданы детям из художественного кружка. Поддержим благотворительную акцию ведущих телеканала «Саратов-24» и вместе поможем исполнить детские мечты. Существует очень много благотворительных проектов и телевизионных акций. Мы соединили и то, и другое. У телевидения нет задачи напрямую оказывать благотворительную помощь. Но мы для чего существуем? Мы существуем, чтобы просвещать, развлекать и для того, чтобы что-то полезное сделать для людей. Тут три в одном. Мы просвещаем, то есть это художественный проект. Мы развлекаем, то есть мы творчески подошли к этому. Не просто прямое копирование, а это не прямая цитата. Да, это не прямая цитата. Мы еще и оказываем благотворительную помощь. Помогли всей планете. На краудфандинговой платформе благотворительный проект «Саратов-24» собрал почти 100 тысяч рублей и вышел на первое место, обогнав другие. Описывать результат не имеет смысла, его нужно просто видеть. При этом проект благотворительный, средства от него пойдут на помощь молодым художникам. Такие проекты свидетельствуют о человеческом неравнодушии команды и высоком уровне социальной ответственности компании и ее руководства. Может быть, действительно, какой-то уже какая-то организация заинтересуется этой темой, уже на поток возьмет, потому что вот наш проект, например, благотворительный театральный, да, который существует в Саратове. Да, наши большие год. Друзья, бизнес-центр «Эксперт», да. Которые устраивают благотворительные, да. Спектакли уже не только. Саратове, надо сказать, да, вот я хотела сказать, что вышло уже даже за пределы города. То есть это же замечательно, потому что если благотворительность станет не только, как я уже сказала, общей бедой, где мы все объединяемся, это нужно продолжать делать, я считаю, но нужно обратить внимание и в другую сторону, то есть то, о чем... Найти точку роста. Да. И помочь тем, кто, о ком мы думаем в самую, наверное, самую последнюю очередь. И только вот прекрасный Владимир Мандурин, который, как я уже сказала, занимается 11 детками, прекрасный человек. Вот мы хотим ему средствами телевидения творчески помочь. Давайте всем миром поддержим акцию и поможем тем, кто растет в сложных условиях, развивать свои таланты.